Думала уж вам не показывать, а нет, столько интересного. Вот на площади рынок, кафе «Витаминка», да? «Витаминка». «Витаминка» кафе. И тут у нас Наташа себе взяла, во-первых, вкусную желешку с фруктами. Оно стоит 12 злотых. А дальше мы взяли по 5 злотых, стоит... Значит, расскажи, какой у тебя справа кактус? Лимон, яблоко и что-то еще. Кактус. Лимон, яблоко, да? И кактус. А у меня гранат, грейпфрут, яблоко и апельсин, по-моему. И еще мороженое. Я взяла мята, моя любимая мята и шоколад, и с фруктами. Это стоит 7, а соки по 5. Вот, Наташа, желешка 12. Сейчас Наташа все попробует. Так, чек пока спрячу. Наташа собирает чеки. Вот, ну давай посмотрим, как. Карточкой платить можно, поэтому деньги мы пока не меняем. Деньги, всю наличку я потратила на билет наш на автобус в Шемесль-Вроцлав. Вкусно? А ну еще раз. Желешка. А из чего желешка? Ягодная. 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 Класс. Ну, тогда, пожалуйста, уже разрешаю тебе попробовать и мой сок, и свой сок. Нет, сок? Это нет. Это нет. Не дам, да? Это нет, это мои фруктики. Сейчас, кстати, очень много людей здесь. Наташа потому и обратила внимание, что много людей идет. Тут столько десертов. И, кстати, туалет здесь тоже есть. Кому нужен туалет, заходите в «Витаминку» и наслаждайтесь себе. Боже, какие смачные. Так, ну давай тоже попробуем. А, это же мой и есть. Так, ваше есть. Здоровье. Прямо сахара мало. Такой вкус приятный. Мне хотелось. Классный освежающий лимонад. Я даже не знаю, какой это вкус. Описать. Это нельзя описать. У тебя еще виноград. Подожди, стой. Я просто еще вам покажу. Вот они все. Апельсиновый нектар из парички. Паричка — это красная смородина, яблоко. А я взяла себе вот это вот. Значит, грейпфрут, яблоко, виноград, гранат. А у Наташи яблоко, лимон, кактус. А еще манго был. Ну, в общем, давайте уже всем покажу. Наташа, пей, я покажу уже. Тут все десерты. 14.20. Так. Вот еще. А это желешечки. 12. Можно такой блинчик себе вкусный соорудить. И тирамису с малинкой десерт. 20. Короче, если не пишу субтитры, не успеваю писать, значит, делите на 4. Это вот точно $5 стоит. Это $3. Шарлотка такая. $5, $3. Ну красота, вот трубочки, 7 злотых, это почти $2. А вон все смузи вот там вот. Красота. Вот такие у нас сладости прям. Кракова и морожка. Я себе вот такое мятное взяла. Морожки очень много. И просто вот вам вот там вот делается оно вот за 7 злотых. Всякие добавочки. Я себе взяла один шарик и фруктов. И получилось 7 злотых. Ты уже отпила, рассказывай. Это то, что хочется пить постоянно. Да, ты же сказала, хочется лимонада, жарко. Хочется лимонада. А ну дайте-ка мне попробовать. Очень вкусненько, кисленько, я тоже не могу сказать, что там. Кстати, там такой осадок, надо бы его смешать. Да, он такой какая-то, знаешь, жвачка такая, больше яблоко чувствуется, яблочная жвачечка такая. А что, там же еще и кава есть. Там еще кава и тортик, 20 злотых. Вот это. Потом мунти есть горячие. Да вот много всего я показала. Красота. И людей, главное, много. Много заходит людей. И что радует пожилых людей, могут себе позволить здесь посидеть. И очень много людей сидит на улице. Наташа заметила, и мы сюда пошли. Быстро, так что быстро. Вот такой у нас сладкий Вроцлав. А еще за собой убираешь на такси. Там стоит, когда поешь. За собой идти. Нужно убирать. Приятно. А, знаете, мы снова в кафе «Витаминка». Вот зашли уже еще раз вам показать и вкусно здесь покушать. Ну, вообще очень классно. Берем мы гранатовый сок. И я хочу вот такой вот сырник краковский. Наташа берет мороженое. И фруктишек туда добавляет. Сейчас я вам покажу, как это кафе выглядит. Ну, уже хочется посидеть, покушать. Очень жарко. Прогуливаемся, снова снимаем вам видео. Сейчас на эту улицу мы выходили. Вам уже показывали. Добрый день. Вот. Уже прям узнают. Вчера здесь сидели. Сейчас просто покажу. Вот площадь, рынок. Уже узнаваемое место. Вот есть на улице места, но очень жарко на улице. А? А, деньги, говорит. Деньги. «Витаминка» кафе. Вот оно, коктейл-бар. Вот.
Пошла. Разобрались уже с платежкой. Так, еще раз, сырник стоит 12, это 3 доллара, простите. 5, опять-таки, это, не знаю, там доллар с чем-то. И Наташа тут просто себе накидала мороженое и арбузное, и какое-то лимонное, и какое-то белое. Ну, придет, расскажет, ну... О, чек есть, кстати. Сейчас чек есть, мороженое, не знаю, сколько стоит, 21, а, по 7. Мороженое такое 21, и думаю, там еще могли на 7 фруктов накидать. Вот, так что, лазим, жарко. Сейчас уже, правда, так немножечко так погода портится. Обещали дождик. Ну, ничего страшного. Кафе прикольное. Вот, люди тоже сюда заходят. Вчера вообще очень много было здесь праздник, было очень много было людей. Особенно приятно пенсионеров. Вот, и классно, что люди могут зайти, позволить себе насладиться жизнью. Это классно. Ну что, настоящий вроцлавский сырник. Как Наташа говорила, жалко, мы во Львове сырник так и не попробовали. Ну ничего, что мы на завтраке его ели. То есть это считается не львовский сырник, если он на завтраке. Смотрите, просто как янтаринки. Вот янтаринки, это, наверное, вот изюмчик. Сейчас попробую. И вот это вот... Угу. А это тарелочка как, какая? Как эта белая штучка называется? Глазурь, наверное. Глазурь, да. А ну-ка. Вкусно. Вкусно? А что там, корица творог, есть, это или ваниль. Изюмка. Что-то вот такое мне интересно. Вот. Цукаты, наверное. Янтарик. Угу. Цукаты. Слушайте, вкусные. Сейчас просто я буду очень быстро сильно есть, потому что реально классный. Гранатовый сок, компотик уже попробовала. Я тоже себе такой гранатовый сегодня взяла. Сейчас я лишь Наташа попробовала. Сырник очень прикольно, потому что ты не был во Вроцлаве, если ты не пробовал сырник. Ну, понятное дело. Ты не был во Вроцлаве, если ты не был во Вроцлаве. Потом я хочу мороженое показать. Это точно. Ну, такой бред писать, конечно, да? А Наташа. Ну, очень вкусно. Он какой-то такой, не могу передать. Достаточно творожный, глазурный. Он сытный и легкий одновременно. Ням-ням. Я не могу описать. Но это не чизкейк. Нет. Нет, это сырник. Класс. Угу. Так что делюсь. Какая тарелочка приятная. Тарелочка классная. Какая нежнятина. Сырник вообще, ну, как бы здесь вообще цены нормальные, мне нравится, много людей заходит. И хочу тебе, чтобы ты рассказала про мороженое. Про мороженое? Это стоило по 7 кулька и еще фрукты еще фрукты сверху, да? Тоже а я 7. Не знаю, сколько это стоит. Я посмотрела, что 21 и еще 8, и плюс 8. Значит, это 8 стоит. Я взяла, значит, персик. Пробуй. Что мороженое тоже очень важно. У нас в Эмиратах нет вкусного мороженого. Боже, какое вкусное. Это персик реально как турбо, вот жвачка турбо, но нежнее. Нежнейший персик турбо. Еще с фруктишкой, представляете? Белое это что? Цитрина. Цитрина. Я думала, лимонное какое-то такое. Идеальное. Идеальная цитрина? Обалдеть, слушай, как вкусное они там мороженое. Делают. Здесь вкусное мороженое. А вчера мы ели где-то возле круиза, не такое вкусное было. Такая нежнейшая кислинка, и при этом и сладость сбалансирована, шикарно. Так, а еще где-то... Арбузик где-то там. Где-то там глубоко в нычке, ну красный. Вот он так спрятался просто. Как же мне его так, чтобы... Сейчас одну секунду. Не знаю, если мы сюда придем и завтра еще, я буду совершенно не против. Ну вот. О, ну, значит, арбузенция с виноградом. Ну, я арбуз. Реальный арбуз. Да, реальный арбуз. Класс, слушай. А могу я тебя спросить, вот какое самое вкусное из них? Ты, наверное, не скажешь, да? Какое самое вкусное, понятно. Не все, вот, реально все идеальные, идеальные. Да? Я понимаю, что тут, наверное, какие-то ароматизаторы, да? Но... Все это очень так вкусно, нежно. Да? Угу. Реально чувствуется арбузик. Класс, слушай, вообще. В общем, друзья мои, показали, где кафе. На площади рынка зайти. Да. Очень классно освежиться. Мы, по-моему, вчера показали рядышком кафе какой-то там Bubble Love. Ну, что там мы зашли вообще? Значит, там вообще маловато было. Очень были какие-то маскарпоны, как это, маленькие. А, макароны, да? Макароны, да. И какой-то один чизкейк стоял. Не было никогда. У меня упор на кофе. Лимонадов не было. Да. Здесь, ну вот, снова витрина. Ну, красота. Много всего есть. Главное, вот лимонады, это важно, и мороженое. Так что такое кафе. Пишите свои впечатления. Зашли бы, попробовали. Ну, конечно, да. Будем рады комментам и лайкам.
Здесь у вас сегодня были вкусняшки, вы, Наташа, наслаждается. Ну, я тоже сейчас примусь за сырник. Все, всем хорошим людям добра и тепла.